В этом году избирательная система России отмечает свое 30-летие. В Серпухове состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею, на котором чествовали старейших членов территориальных и участковых избирательных комиссий Серпухова, Протвино и Пущино. Торжественная церемония вручения благодарственных писем и почетных грамот от Министерства территориальной политики Московской области и администрации городского округа. Аплодисменты и цветы. Награжденных более 20 человек. От качества вашей работы, от вашего профессионализма, наверное, зависит основное. Это чистота, прозрачность самого процесса избирателя. Очень непростая, трудоемкая, но такая важная, ответственная работа. И я, конечно же, надеюсь на вас. 2023 год – юбилейный для российской избирательной системы. 30 лет назад с принятием Конституции Российской Федерации в России были заложены основные подходы в определении и развитии избирательной системы страны. За три десятка лет произошли колоссальные изменения, когда формировалась, совершенствовалась и обретала собственное лицо новая избирательная система. Очень важно, приятно, что нас вот так вот собрали и отметили. Это здорово, что мы все вместе. Это тяжелое, сложное. Работа, с которой мы справляемся. Что помогает? Ну, наверное, коллектив нашей избирательной комиссии, потому что, вот я скажу за себя, мы как единое целое, где вот, ну, наверное, нет таких вот твое-мое, да, вот как распределение обязанностей, а есть вот четкая сложная работа, как вот механизмы, если кто-то вот в чем-то затрудняется, то другой сразу его подхватывает, помогает, поддерживает, то есть мы как единое целое. Ну и поддержка, конечно, нашей территориальной избирательной комиссии, которая на любые наши вопросы, на любые вот готов дать всегда ответ и всегда прийти на помощь. Объяснить, грамотно проконсультировать – главная задача каждого члена избирательной комиссии. Так считают все, кто был отмечен региональными и муниципальными властями. Очень рад, что оценили работу нашей всей участковой избирательной комиссии по достоинству. Выборы являются у нас самым, наверное, важным институтом функционирования политической системы, потому что выборы дают легитимность избранным нами власти и говорит о том, что все ее действия, они будут правомерны, правомощны. Для гостей мероприятия, посвященного 30-летию избирательной системы России, подготовили праздничный концерт.